Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора Золотое Издание. Итак, мы с вами в прошлой серии нашли, значит, ключ, какой ключ? Ключ огня, и поэтому нам с вами нужно отправляться именно в Башню Огня. И, судя по моей теории, именно там мы должны с вами, в принципе, найти талисман Земли. Вот. Так, окей. Башня огня у нас с вами получается. Где получается? Где-то, наверное, вот сюда вот надо пройти. Так, стоп, не то. Это центр. А, нет, все правильно. Нет, да? Да? Нет. Центральный проход. Погоди-ка. Да, наверное, скорее всего, вот здесь. Вот башня огня, вон она. Да, башня огня, окей. Башня огня и, в принципе, смотреть башню огня. И у нас останется, короче, что у нас с вами останется? Останется крепость магов, именно сама, вот крепость магов. Библиотека, где мы с вами должны найти, что там, драгоценные очки. Медальон, скорее всего, где-то в самой башне магов находится. Ну, хотя, либо она находится... В башне огня, а талисман находится в башне магов. Либо наоборот, короче, где-то так. И 1800 монет набрать, короче. Но это само собой все наберется. Окей. Ладно, а еще и темница у нас есть. Еще темница, да. Где мы и не были. Так, окей. Ключ. Башня огня. Так, наверное, надо. У меня 8, бляха, 8 осталось. О, я еще и промазал, ну ёпти мать. Осталось. Да что ты будешь делать-то? Вот так. Эй, загадка, представься. Окей. Так, ладно. Я сейчас. Опа! Так, ключей ничего нет, да? Ладно. Лежи здесь. Бляха, я столько сейчас водяных стрел потратил, просто тупо. Просто тупо столько стрел потратил. Ну ладно, будем как-то без них, если что. Окей. Так, папирус. Что там, папирус? Адепту Аль-Хайру. Лейтенант Скарл нарушил особое распоряжение капитана Регалио и осмелился войти в башню огня. Нет надобности говорить, что он не был подготовлен к испытанию пламенем и лавой, которая ожидает всех входящих. Его обугленные останки были доставлены на лабораторию, где им найдут хорошее применение. Огонь может очистить нас, но доступно это не каждому. Позаботьтесь о том, чтобы этот инцидент послужил для других примером. Архимаг Кахмин Рамин. Кахмин Рамин. Окей. Короче, какой-то лейтенант Скарл проник сюда, в башню огня, и его, короче, убрали, просто тупо убрали. Так, это что-нибудь? Ничего не делается. Ладно, окей. Его просто убрали. Ух ты, какая там лава. Лава, опа, тихо. Лава. На улице облава. Ёпти мать, ему вообще похер, смотри. Он ходит по этой, по лаве. Вот это прикол. Наверное, вот эти маги огня, они, наверное, жесткие вообще типы. Так, ладно, пускай он там ходит. Меня, видимо, это подсвечивает, короче, этот лава. Раз меня видно. Так, куда ты? Ты сюда зайдешь или куда ты? Там пойдешь? Ладно, пускай он там ходит. Окей, огненная стрела. Хорошо. Так. Что вот это такое? Вон он, что, нифига себе.
Короче, когда они светятся, нельзя на них наступать. И что, он сейчас пойдет, короче, прям сюда, да? Прям ко мне, прям. А, нет, он сюда не дойдет. Привиделось, да? Так, ладно. Сейчас он спустится, короче, и я пойду. И я пойду, буду бежать. Буду бежать и прыгать. Все хорошо. Так. Теперь ждем, пока та потухнет, перепрыгиваем. Да в смысле? Да Гаррет, ну ёпти мать, а чё ты не прыгаешь-то? Говно. Бляха. Я думал, он спустился. Так. Спускайся давай. Ну, короче, тупо пробежать просто и все. Так, окей, он спустился. Гаррет, только не тупи, прыгай. Хорошо, так, быстрей. Тухни! Тухни! Хорошо. Яй-яй-яй-яй! Да тухни! Да тухни! Собака. Так, ладно. Бляха. Да стою. Тухни. Ну затухни. Так. В смысле, там еще один? Ёпти мать, как так-то? А как? Как здесь проходить? Как это пройти? Так. Так. И вот так. Нет. Иди взад. Яха. Отвалите! Куда бежать-то? Ай-яй-яй, тупик там, тупик! Жесть, просто жесть. Бляха. У него есть вечность, а у меня нет столько времени. Я уже говорил как-то кому-то, какому-то там магу уже об этом. Фух. Ладно. Это было жестко. В этой... опа. Огненная стрела. В этой башне по-любому должно быть что-то ценное. Потому что... Ну какая-то жесть. Других слов нет. Так, ждем, короче. Сейчас она потухнет. Все хорошо. Тихо. Леха, а там снизу-то не пойдет никто? Ветер дует, огонь горит, вода течет, земля сотрясается. Так, а где ты ходишь? Я чувствую чье-то присутствие. Ничего. Почему я не могу пройти? Так, как он идет? Как он идет? Все, отлично. Хорошо, с этим разобрались. Идешь в уголок. Угу. Тут у нас ничего, да? Да? А там? Тут ничего. Эта штука, это что? Это типа фонарь просто или что? Понятно.
Это тупо фонарь. Так, еще. Ну, я думаю, что вот эти стрелы, они даются, если бы мы проходились, короче, не на эксперте, можно было бы убивать, то, в принципе, было бы проще намного. Так, это что? Исцеляющее зелье. Хорошо, давайте-ка примем одно. Что у нас? ТП. Так себе. Ёпти мать, смотри, сколько их тут. Так, а это... Ага, это центральная, да? Получается так. Тебе не уйти от неизбежного. Тебе не уйти. Иди нахер. Так. Нужно понять траекторию. Мне надо вон туда, на самый верх, получается. Тихо. Чтобы найти тебя. Кстати, у меня же газовая стрела есть. Да. Так, тихо. Видишь ли ты смерть, что таится во тьме? Блеха, он идет ко мне, как всегда. И второй. Так, минус один. Наше владение проник чужой. Тьма не сможет скрыть, да поглотить тебя тьма. Ай, этот у нас... О, смотри, убегай. Да в смысле, убегай давай! Я спрячусь. Во тьму. Тебе не скрыться от неизбежного. Все, я в темноте. Одну ступеньку вниз, и я в темноте. Ходи. Тебе не уйти от неизбежного. Тебе не изменить своей судьбой. Ты меня достал! Уйди, да, дай пройти ту! Тебе не изменить своей судьбой, вор. Тебе не изменить. Главное, чтоб я его не убил. Да, без сознания. Хорошо. Блеха. Все через жопу, все через жопу. Эти маги вообще какие-то злостные твари. Так, их двое здесь было, нет? Ладно. Мне нужно наверх. Вон туда в дверь получается, да? Так, погоди, смотри, тут ящик еще. Что тут? Исцеляющее зелье, еще одно. Ну, нормально, нормально. Я истратил, в принципе. Где ж конец-то этой башни, а? Так, окей. Бляха, какой-то подвох по-любому. Давай их пробовать. Ладно, пока. Ну я понял. Короче, его надо, да, взламывать. Его нужно взламывать, короче, и... Взламывать так. Смотри. Оп.
Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Так-так-так, темнеет, темнеет, темнеет. Че, еще раз? Теперь за талисманом. Ключ от сокровищницы. От какой нахер сокровищницы еще? В смысле? Я думал, здесь будет талисман. А где сокровищница? О, вот это подстава. А где сокровищница-то? В этой, в башне магов, что ли, где-то? Окей, ладно. Ну, в принципе, теперь нам нужно... Давайте-ка, наверное, отправимся, я думаю, в темницу, наверное. Да? И, скорее всего, через темницу мы сможем как-то подняться наверх в этих... Хотя, можно, смотри, вот здесь пройти, да? Нет, 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 да, нет. Так. А похер, давайте здесь пройдем. Оп. Так, 3 стрелы осталось. Угу. Ну эти вроде как слепые. В прошлый раз у меня так хорошо получилось их вырубить. Давай, 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 проходи, проходи, проходи. Хорошо. И второго. Оп, хорошо. Все. Ништяк. Так, и мы находимся с вами в центральной башне. Главное не забыть, что в этом. Так, понятно, это входы, короче, в башне. Почему здесь один? Они ж по двое, да, ходят, нет? Я не понимаю систему. Так, окей. Главное, ага. Главное, так, ага. Главное не забыть, что... Если... Хорошо. Главное не забыть, что в... Здесь еще есть темница. Так, смотри, здесь... еще выше и вообще ниже. Ну, в принципе, можно, короче, смотреть, сделать следующее. Спуститься вообще в самый низ. Так, папирус лежит. Спуститься в самый низ и начать вот отсюда, с первого, с самого низа. Что там папирус пишет? В башне ты 8 старейшин узри. Один лишь силен, лишь один из 8. Взяв в руку меч, на другую смотри. Награду найдешь, сосчитав до 7. Ух ты, загадка какая-то. Загадка, представься. Так. А не работает? А не работает? Может, вот это сработает? Тоже не работает. Ну, отмычки-то почти всегда работают. Так что, это беспроигрышный вариант. Хорошо. Так. Ёпте мать. Это слышал? Смотри, тут еще ниже. Охренеть, как глубоко. Столько дверей. Ну, спускаемся, короче, в самый низ. И начинаем оттуда.
просто жесть, ни хрена себе башня. Ты только посмотри на эту огромнейшую башню. Ага, а вот это у нас темница. Вон она что. Ну давай побегаем в темнице, как мы и хотели тогда. Так, там две двери, я вижу уже. Еще ниже. Так, окей. В принципе, как вариант, через темницу можно будет сбежать. Так, ну это понятно, да? Что за место? Это через парк. Так, ну это главный вход. Давайте вот эти проверим. Бляха, две стрелы. Последняя стрела осталась, короче, водяная. Есть, хорошо. Бляха, закрыто. Бляха, закрыто. Как так-то? Я бежал кругом, я его не видел. Как так-то? Так, а у него, смотри, ключик. Походу. Так, а ключ, наверное. Нет? Нет. А что за ключ? Еще. Еще. Есть там кто? Да нет никого. Как-то. Вот так. Так. Ключи я все проверял, да? Нет, тут это работает. Совершенно другой ключ, короче, работает. Ох, хорошо, две. Совершенно другой ключ работает, короче, тот, который мы взяли у этих охранников. Стрела. У меня 60 уже обычных стрел. Нахера они вообще нужны? Ну хотя, если какие-то там эти монстры, там бурики. Ну, бурики, ладно, мечом. Так. Хотя эти. Пауки там. Вот их, да. Целых 7 ключей, прикинь. Охренеть. Ух ты. Это какой-то это. Алхимический этот кабинет. Вот это жесть. Почему? Чего они все эти любят вот такую штуку, да? Это, наверное, одна из самых жестких казней. Поэтому они все любят ее. Так, что там есть? Под столом ничего. Окей. Тут, короче, книга. Наконец-то я могу вернуться к своей работе. Приношу извинения за то, что не уложился в график проведения нового этапа VV-секции. Рабочие наконец-то удалились, только что закончив закладку камнем последнего из основных входов в эту жуткую канализацию. Старая канализация по большей части все еще не нанесена на карты, но оставлять ее открытой было небезопасно. Я нахожу весьма удивительным, что она тянется до самого города, учитывая его удаленность от нас. По-прежнему остается один секретный вход, который мы можем использовать для путешествия по каналам. Охранники, патрулирующие территорию, разберутся с любым, кому хватит невезения пролезть через те нечистоты. Адепт Хасеки Бейзер. Так, судя по всему, короче, да. Через эти, через эту темницу я смогу выбраться, получается, в город наружу, сбежать отсюда. Это будет наша точка отхода, в принципе. Сейчас мы посмотрим, да, если я прав. А ключи, которые мы взяли у охранников, это, скорее всего, вот от этой двери. Да. Охренеть, охренеть. Пыточная, пыточная. Вот это тоже жестко, прикинь. Смотри, привязывают руки, ноги и крутят, короче, тебя просто четвертуют. Это понятно. Давай. Еще одна такая штука. Книга. Прочистить слова значит познать боль. Познать боль значит жить в страхе. Жить в страхе значит идти по ложному пути. Ты должен столкнуться лицом к лицу с собственными страхами, дабы познать истину. Истина в том, что боли не существует. Знать эту истину значит идти по пути просвещения. Книга путей
6.13. Надо типа говорить, знаешь, о том, что боль, вся боль, то, что мы чувствуем, это у нас в голове, короче. Боли как таковой не существует. Так. А это, наверное, выход, да? Тихо. Так, ну, в принципе, понятно, короче, это выход. Это выход в канализации. Я думаю... Ладно, все равно сейчас проверим. Тихо, как он идет-то? Где спрятаться-то? О, он здесь. Так, минус охранник. Всего один, что ли? А, ну, в принципе, это по кругу. Там ни черта нет. Ни дверей, ни черта. Так. Но у меня все равно, я же это, у меня задание-то не выполнено, меня все равно, наверное, не выпустят. Я просто проверю, короче. И все. Это похоже на выход отсюда. Надо бы не забыть это место. Точка отхода, я же говорю. Но зато мы очистили, короче, это место. От охраны. И спокойно сможем сбежать, в принципе. Ну, двигаемся дальше, короче, выше. Там столько дверей, столько этажей. Ух! Ходить, не переходить. И где вот найти тот самый, вот этот самый... как его там? Талисман земли. Плюс еще очки и плюс еще это ожерелье, да, или что-то там, браслет. Так, ладно, давай по порядочку. Так, окей, на. Окей, на. Еще папирус. Еще бумажек. Сколько бумажек-то? Цветок. Внимание! Все прислуги и стражи. Сим уведомляю, что 4 башни крепости магов являются священными, а посему закрыты для непосвященных. Лишь адепты имеют право на вход. Стражники могут войти в вестибюль, если того потребует их работа, но подниматься наверх стражаще запрещено. Архимаг Ибн Аль-Гаруд. Так, ну мы уже башню тебя облазили, поэтому... Так, Келлар Обруха. Нам безотлагательно надобны те химикаты, о которых мы говорили в прошлый раз. По истечении 2 дней мы отправим молодого Луку в город. Выдели ему сопровождающие одного из твоих помощников. Нам также понадобится 3 козы, верблюд и бурик в дополнение к животным, собранным для следующего этапа экспериментов. Постарайся найти. Адепт Хасеки Бейзар. 3 козы, верблюд и бурик. Верблюд! Я понимаю, коза. А верблюд-то зачем? Так, окей. Ёпти, мать. Закройся. Ага, это крепость магов, первый этаж. Вон он чё. Так, что у нас здесь? Тихо, он сюда... Надеюсь, он сюда не пойдет. А-а-а! Там еще кто-то. Нет никого. У нас прислуга. Отдыхай. Так, охрана прошла. Ага, это главный вход.
Где он там ушастает-то? Эти маги — это не те ребята, с которыми можно шутить. Однажды к ним забрался воришка и попытался стащить какие-то объедки со стола в главном зале. Так один из них призвал с неба какие-то ужасные огненные шары и обрушил их на голову несчастного. Да, этим ворам надо 7 раз подумать перед тем, как лезть сюда. Угу. Маги вообще жесткие типы. Так, погоди, куда кто, где ты? Я не понимаю, где кто идет. Так, ну это главный вход. И лестница идет, видимо, на второй этаж. Та-та-та. Ага, ух ты, там их. Это спускается, тихо. Я его сейчас вот здесь под караулю. Ну, короче, избавиться просто. Леха, там еще. Смотри, он там. И ключик. О-о-о, тихо! Вот этот нежданчик сейчас был. 2 в подряд. Прислуга идет. Сколько они все. Они все решили здесь пройти. Жесть. Дыхайте. Так. Там 2. Ну я не знаю, они будут спускаться или нет. Так, окей, понятно. Давайте здесь сейчас пойдем. Посмотрим. Там-то лестница на второй этаж идут. Мне пока второй этаж. О, да, да, да. Вот это да. Вот это я люблю, вот это мне нравится. Так, 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 так. Что еще есть? Ну-ка. Да залезь, Гаррет. Где мои веревки? Есть там что? Нет, ни хрена. Окей. Так, идем дальше. Это что за дверь? Закрыто. Открыто. О, это библиотека. Это у нас библиотека. Нижняя библиотека еще. Понятно, короче, друзья. У меня видос подходит к концу. Вот, давайте в библиотеку зайдем уже в следующей серии, посмотрим. Там, в принципе, надо найти очки, да? У нас в центральной библиотеке неизвестно, вот это какая центральная или какая-то библиотека будет. Ну, это мы выясним уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.